Информацию о совершении убийства в Кустанайской области подтвердили в полиции региона. 20 июля во дворе дома на улице Карла Маркса в поселке Кушмуруна Уликольского района было обнаружено тело местной жительницы с ножевыми ранениями в области шеи. Муж погибшей рассказал полицейским, что был в доме, когда услышал крик жены. Мужчина выбежал на улицу и вступил в схватку с нападавшим, который также получил ранение. По данным сотрудников областного полицейского департамента, по подозрению в совершении убийства женщины задержан 29-летний мужчина. Он во дворе в изолятор временного содержания. Проводится расследование. По информации, которую мы получили от жителей поселка, задержанный является их односельчанином. Женщина погибла при падении с высоты в Кустанае. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Известно, что 25-летняя женщина была в квартире дома, расположенном на улице Буковского, с двумя маленькими детьми в возрасте 7 лет и 1 месяца. Ее муж в это время был в отъезде. Падение произошло около 10 часов 28 июля. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по факту обнаружения тела начато досудебное расследование. В настоящее время в целях обеспечения его полноты и объективности проводятся необходимые следственные действия. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, произошедший в одной из кустанайских кофейн, распространяется в социальных сетях. Согласно сопровождающей его информации, 20 июля двое мужчин, которые называются тренерами по боксу, напали в кафе на бармена. Изначально они позволили себе нецензурную брань в адрес сотрудника заведения, и в итоге один из агрессоров схватил молодого человека за одежду и ударил кулаком по лицу. В комментариях к ролику пользователи соцсетей требуют расследования обстоятельств инцидента и справедливого наказания для нападавших. Управление физической культуры и спорта Кустанайской области, комментируя публикацию, сообщила, что создается рабочая группа совместно с областной федерацией бокса, и данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании совета по спорту. В департаменте полиции отметили, что рассматривается вопрос о привлечении участников конфликта к ответственности. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Процессуальное решение может принять только суд. По данной статье административного кодекса предусматривается наказание в виде ареста на срок от 5 до 15 суток, либо штраф в размере 20 месячных расчетных показателей. Это почти 74 тысячи тенге.